и не дышать. Снимок с рентгенаппарата поступает на сервер и становится доступным сразу в любом кабинете. Врачу достаточно зайти в базу данных, чтобы получить все данные на пациента. Таковы современные стандарты диагностики. Программно-аппаратный комплекс «Луч-С» – собственная разработка Самарского медицинского университета. Уже внедрена в некоторых больницах области и готова к тиражированию на другие регионы. Все кабинеты с цифровыми изображениями связаны. Я в своем кабинете, не выходя, могу смотреть, например, вот компьютерные томографии, хотя у меня кабинет чисто цифровой. А я могу посмотреть любого пациента, которого я смотрю, обычно исследую, то, что проводилось у нас в клиниках. Система позволяет получать и архивировать снимки в самом современном формате, с любой диагностической аппаратуры. Можно обрабатывать и просматривать изображения, в том числе и в 3D-формате. Луч-С интегрирован с региональным архивом медицинских изображений, то есть врачи могут получить доступ к исследованиям, проведенным за пределами учреждений, и наоборот. Кроме того, инновационный комплекс может автоматически распознавать патологии. В нашем продукте есть некий модуль, который позволяет снимок передать в эту сеть. Сеть обрабатывает, дает свое заключение, то есть она выделяет патологии на снимках и выдает уже на сторону врача, уже подготовленный. Самарский медицинский университет – лидер в стране по направлению информационной технологии в медицине. И вот с сегодняшнего дня у вуза появилась собственная электронная подпись. Теперь процесс включения разработок в Росреестр будет соответствовать цифровым стандартам. Нам нужны сейчас выходы на грантовые всякие вещи, на конкурсы. Надо представлять документы. Когда нет вот этого вот документа в своих руках, то есть оценка организации, документы могут принять, но оценка организации совсем иная, понимаете, она как бы не соответствует тем требованиям вот сегодняшнего дня. И Самарскому государственному медицинскому университету необходимо эту сертификацию пройти. Обязательным элементом является подача заявки в электронном виде необходимых документов. Огромное значение для Центра прорывных исследований. Первые заявки в ближайшее время будут направлены. Я думаю, что в течение этого года мы увидим самарское программное обеспечение, разработанное медуниверситетом в реестре этого программного обеспечения всероссийского. Российское правительство объявило о приоритетном значении отечественного программного обеспечения. Электронный ключ, выданный СМГМУ, открывает зеленую улицу разработкам самарских ученых. А это значит, что в скором времени клиники в разных регионах страны смогут пользоваться единой сетью медицинских изображений, на которой будет стоять бренд «Сделано в Самаре». Олег Зверев, Максим Гусев. События.